должны быть. Ну, значит, не до конца мы... Ну, мне 30 баксов дали все равно. У меня тоже 30. О, четвертый уровень зато. Можно так. Еще раз эту же локацию, да? Да, она есть у нас. А есть что-то еще другое, да? Фермерский дом есть. Есть маленький одноэтажный дом, это мы там уже были. И есть эта одиноко стоящая школа. Школа, пацаны. О, давай. Давай школу. Давай, мы любители школу. Школ, да. Так. Успокоительное, правда, нам нужно. А мы что, вообще брать будем? Конечно, все будем брать. Пацаны, ну без успокоительного попробуем, конечно. Что нам вообще нужно? Успокоительное, которое мы можем купить. Так, что у нас? Штатив один есть. Второй штатив желательно бы, конечно. Датчик движения можно, кстати, нет? Не нужен? У тебя уровень. А, мне не хватит, мне не хватит. Датчик звука. Нет. Термометр, блокнот. Инфокрафт. Можете бочки, фонари себе купить. Направленный микрофон. А микрофон, кстати, зачем нужен? Для АГФ, что ли? Не понял. Направленный микрофон, не знаю. Может, звуки какие-то. Ты его ставишь где-нибудь, и он там звуки пишет. Типа там шуршание, двери открывания. Он, короче, более чувствительный. То есть он записывает через стены, там, на большой дистанции. Вот. Я, наверное, попробую один возьму. А, уровень, конечно, да, седьмой. Да, попробует он. Попробуй. Так, сами смотрите, что. Я знаю, что нам штатив, скорее всего, один нужен. Но у нас есть там штативы. Этот ультрафиолетовый фонарик, это тот, который маленький, да? Да, это вон. Штатив у нас один, а две камеры. Во. Опа! А, я могу взять радиоприемник. А, он у нас есть, да, наверное? Есть. Да там это все, раз. Ты можешь себе фонарик мощный взять. Да. С третьего уровня. А, ну ладно. С третьего уровня, да. Ну, ну ладно. Прокачиваемся тогда. Готово. Ну, школа будет жестко. У нас нет успокоительного, оно тут требуется. Это будет жопа, конечно. Сейчас я подождите, ребятки, водички налью, то горло пересохло. Хорошо, давай. Не угадали, но зато выжили. Угу. Да все равно я за то, что ты сфотографировал, и, там получил денег. И то, да, за то, что пофотали. Пофотал там денег, заработал. Конечно, ты призрака мощно сфотографировал. Чисто фортуна. Ну как получилось? Там дверь простая чисто. Просто без ничего. О, увидеть следы призрака на рассыпанной соли, короче. Нам соль нужна. Есть. Пацаны, берем соль, берем фотоаппарат. Взял. Надо его сфотографировать. И мне нужен вот этот, я датчик беру, термометр беру. Беру датчик и фонарик беру. В принципе, мощный. Все, я взял. Ага. Так, Кристофер Мартин у нас есть. Так, берите соль. Соль взяли, да? Взял. Надо ее где-нибудь рассыпать, чтобы он по ней прошелся, и мы следы эти сфотографировать нам надо. Так, короче, ультрафиолет никто не взял, да? Нужен будет. Берите фонарик, который отпечатки пальцев еще. Так, да. Кто-нибудь отпечатки пальцев вот этот, ага. Все, пойдемте тогда, пока. Сейчас будет крипово. Ну это будет вообще жопа. Вы смотрите на карту, в принципе, тут несколько этажей тоже. Конечно, поменьше, чем тюрьма. И щиток, скорее всего, на втором этаже где-то. Ну пока не вижу его. Походу да. Да, походу, скорее всего, на втором. Потому что на первом нет. Ну пойдемте еще, быстрее начнем. А, ну можно пока посмотреть. Ты камера, что там? Что-нибудь интересное вообще видишь? Нихера на крипо, что он такая разрушенная? Mm-hmm. Чуть тюрьма, и то поаккуратнее было. Пятнадцать камер, охереть. Я по такой заброшке походил бы. Сейчас походим. В реальности? Да. Сейчас походишь. Так, пошли. Как его зовут? Кристофер Мартин. Кристофер Мартин. Чё, пацаны, 5 минут? Ага. Ой, время пошло. Вообще... Налево. Смотрите, как тут крипово уже. Криповенько, криповенько. Джеймс Браунстоун Хай Скул.
Дверка, конечно, такая. На наши заброшки, походу. Давайте сразу сходу это проверим, ГФ быстренько. Обязательно мне быть одному, да, чтобы он... Да, он разговаривать будет только наедине с тобой. Так, разделиться, конечно, можно. Нет, 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 даже не вздумайте. Даже не вздумайте, да, нет. Надо разделиться. У меня, у меня фонарика нету такого. Пацаны, спортзал. Спортзал, пацаны. Че, давайте волейбол сыграем. Я вообще ничего не вижу. Тони, свет тут надо врубить. А. Кристофер Мартин. Так, ну тут что-то никого нету. Кристофер Мартин. Кристофер Мартин, явись. Кристофер Мартин, явись. Так. Ты чё там? Ты один захотел? Не, походи, ладно. Сразу КПД заброшу, вспоминаю. Походу, с Рамулем. Да, это было очень интересно. Это было, да. Слушайте, ну у меня относительно вообще спокойно. Ты куда, кстати, ушел? Я здесь рядом, блять, я заблудился. А вот, вот, вот. Включи тут свет, тут двум выключателю есть. А я не вижу. Видишь теперь все. Это кабинет истории, походу. Хрен его знает какой-то. Ёб твою мать, тут вообще ничего не видно. Вот тут тоже какой-то кабинет. Походу химия какая-нибудь. Блять, что я уперся в стул? Опа, свет вырубили. А свет-то везде выключили? Я уже да, понял. Да, я уже понял тоже. Я просто свет попытался включить и понял. Так. Ну, раз геник на втором этаже, тогда смысл нам на первом тереться. Ну, мы же можем его обыскать на улике. На предмет улик, чтобы время не терять, пока ты будешь бегать. Я улики еще. Может кто-то сбегать, если есть желание? Нет. Куда сбегать? Пока еще не настолько... На второй этаж за генератором. О, пацаны, я нашел походу где. Почему? Потому что температура меньше 10 градусов. 9 градусов. Ну давай здесь, к примеру, начнем ГФ. А там уже посмотрим. Подожди, но это... О, я нашел, смотри. Фотик есть? Фото. А, да. О, а, ага, у Руси, наверное, да? А. Угу. Он здесь, мы нашли Руси где. Где вы находитесь? На первом этаже. Сложно сказать. На первом этаже, да, короче. Какое-то, короче, вы в каком-то классе находитесь. Да, я выхожу, свечу. Я вижу тебя, где-то ты был. Только что фонариком светил. Я без фонаря, если что. Там кто-то досветил. А, это надо... А, Руся, к выходу иди. Я к выходу уже. Направился. А, подожди, это не выход. А, не, спортзал нашел. Найди спортзал. О, мне сейчас в темноте спортзал искать. О, тихо, кто там фонарем по стенам? Я. Ага, иду к тебе. О, иди сюда, я тебя вижу. Давай сюда. О, слушайте, нам убегать далеко придется. Угу. Убегать. О, это... Убегать, это не то слово убегать, просто идти медленным шагом. Ты шел, паникуешь уже еще. Ну. Убегай. Пойдем. Сейчас кому-то надо с ним будет разговаривать. Блокнот есть? Джозеф Мартин. Подожди, блокнот есть? Блокнот-то есть. Ну так иди его кинь, что ты его там не кинул до сих пор. Подожди, я походу потерялся. Нет, потерялся налево. Во, я вижу. Все, давай сюда залетаем. Блокнотик на Е положить, если что, блокнотик. Можешь его куда-нибудь аккуратненько положить. О, на стол там, на стул. Если не ложится, значит другое место надо выбрать. На Е точно класть, я на Е клал. Ну либо скинь его, я сам положу, попробуй. Чтоб время на ребро. Профессионалы. Блять, мне посветить только надо, есть только фонарь? Вот, свечу на тебе, на книжку. Ага, вижу сейчас. Ага, не кладется он сейчас. Да еб твою мать.
О, сфотографируй, Русь, отпечатки на двери. Только что, слышишь, только что. Я не знаю, это, может быть, кто-то это... Мне в ухо только что сейчас сказали... Вот так вот. Это, скорее всего... Есть у кого фонарик? Нету? Вопрос был, пацаны. Нету. Вот у меня только вот этот. Возьмите мой фонарик, пока мне сейчас посветите им. Вон на полу лежит. Присядь. Он здесь. Он здесь. О, здесь. Блядь, их много, их вот много. Он. Блядь, надо... кто фонарик взял? Свети. Свечу. Вот книжка. Книжка. Где книжка? А вот. Вот она. Он написал что-то в книжке. Он написал в книжку, да. Я вижу. Что он написал? Дай посмотрю, подожди. Где книжка? Да блядь! Книжку. Вот. Дай фонарик мне. Мыкай. Да. Я ничего не вижу. А, live or die. Live or die, короче. Жизнь или смерть? Жизнь или смерть? Жизнь или смерть? Ну, жизнь, что, пацаны, или смерть? Первая улика есть. Так, датчик, хорошо. Датчик вообще не тикал. Хорошо. Пальцы есть у нас. У нас две улики есть. Надо в радио с ним поговорить. Надо, чтобы кто-то один здесь был и в радио разговаривал. Я больше не хочу, все, мне хватило одного раза. Давайте кто-нибудь другой поговорит. Я уже не хочу. Просто если я умру, много девайсов просрю. Я понимаю, можно поменяться, просто это... Я уже с ним говорил, и меня прям трясет от этого. Еще иди поговори, у тебя меньше всего девайсов, если вдруг даже не знаю. Опа! Телефон звонит! Идите сюда, тут телефон. Алло. Алло. Он хочет поговорить, он скорее всего хочет поговорить. Поговори. Давай, Рама, мы тебя закрываем, разговаривай. Да это. Не. Давай, все. Джозеф Уайт. Или как там его зовут, я забыл. Кристофер, подожди, нет, Джозеф Уайт, Кристофер Мартин вообще был. Кристофер Мартин. Блядь, а как его в натуре звали, я не помню. Пойдем посмотрим. Нет, ты стой тут за Рамулем лучше. Ладно, да, у меня просто света нету. Мне. Иди мне посвети. Да, на мой фонарь, я сейчас возьму обычный фонарь. Ёб твою мать, а где я? Я вышел на улицу, я не понимаю, где я. А, ты на задней части двора. Иди прямо. Я понял, иди к Рамуль. И налево. Угу. Вы можете и выйти, это... кстати, пока. Выйдите пока вообще. Чтобы рассудок не тратился зазря. Русь, заходи сюда. Заходи, говорит, сюда. Свет можете включить. В комнате. Горит свет? Стоит там, дверь дрочит, блядь. Заходи, говорю. Ой, сидит на шкафу. О-о-о-о-о! Тихо. Фотайте его свечу. Вот эти, подожди, вот эти, это. Ой, пацаны. Как его зовут? Я, блядь, знаю. Да он еще не дошел. Хотите прикол? Я нихера не вижу, короче. Джозеф Мартин вроде, да, его? Какой Джозеф Мартин? Кристофер Мартин. Мартин. Наверное, Кристофер Мартин. Кристофер Мартин, ты здесь? Пацаны, а я заблудился, у меня ни фонарика, ни хера вообще нет. Нормально. О. Чё нормальное? Я не знаю, где я. Я иду к вам. Мне нужен фонарик. Кристофер Мартин, ты тут? О, вижу фонариком. Потому что там, короче, вообще ничего не видно. Он здесь, Руся, быстрей! Заходи быстрей! Уходи ты! А я не смогу никуда уйти. Почему? Встал и убежал. Он только что вот прям вот так вот напротив меня стоял. Да ладно тебе. О, кажется... он сзади тебя был, Русь. Вон он. Да нет тут никого. Вот блять, там сзади нахуй. Нахуй я ему фонарик вообще дал? Ты не посмотрел, да, там имя его, Кристофер или... Да я не могу, я даже выйти не могу без фонарика, тут нихера не видно вообще, куда идти. Вот он, пришел. Ну, фонарик мне дайте. Я вам принесу еще один.
Можете выйти, пока меня нету. Выйдите лучше вообще, чтобы рассудок у вас не тратился. Постойте рядышком вот здесь. Я сейчас приду, чтобы я не потерял место, потому что я не помню, куда идти. Вы тут прям стойте. Я сейчас пойду быстренько метнусь. Посмотрю, как его точно зовут, принесу вам по фонарику еще каждому. А что у тебя там? Телефон в руке, а ничего? Телефон? Это он. Телефон. Еще посмотрю, что у вас с рассудком. Ну, у меня по-любому минус рассудок. Так, пацаны, ну давайте пока улики так-то еще тоже. Что у нас есть? Отпечатки пальцев, да? Так, ну, он ответил, получается, в блокнот. Тетрадку, да, он ответил в тетрадку. Соответственно, это либо дух, либо ревенант. Что-то одно из двух. Он также, короче, это, когда появлялся, было сердцебиение, его, в принципе, видно не было, он стоял на месте. Были следы, вот, звонил телефон, но на ЭГФ и на рацию он не отвечал. На рацию не отвечал, да? Значит, скорее всего, у него огонек. Так, сейчас подожди, а я сейчас посмотрю. Если что, нам тогда даже можно вообще выйти. Радиоприемник, отпечатки, призрачный огонек. Ага, нет, вообще никого, никто тогда записи в блокноте. Минусовая температура. Ничего. Посмотри, как зовут его. Датчика не... Пацаны, уходим, это дух. Потому что датчик 5 уровня у нас не срабатывал, вообще датчик не работал. А он не работает только на духа, на ревенанта работает. Все, уходим сюда, ко мной. Вот я быстро порешал вопрос. Главное теперь выйти, пацаны. А где выход? Сюда, ко мне, там вы не выйдете, там вообще какая-то клетка. Типа... Жалко на улице это. Именно в самом здании только начинается. Было бы неплохо так это. Чтобы он с улицы начинал. Вот именно улица только твое спасение. Так бы вообще в хер не где-то. Что это за дисбаланс? Что-то школу больше на тюрьму. О, ну что, ищем? О, тут дверь открыта, мы тут были. О, я понял, где мы, наверное. Пацаны, шифтим. Блять, заебал звонить, занято. Он хочет поговорить по-любому. Да пошел он в задницу говорить. Слушай, мы здесь были, это класс, это уже хорошо, знаешь, выход где-то рядом. Сюда, идите назад. Вон, выход я нашел. Подожди, пойдем к Руслану. Посвети, зачем? Я не вижу. О, все. Пошли. Ну то я там в шкаф уперся. Не видно ничего. Все, вон выход. Ты не смотрел, как зовут его? Я еще не дошел назад даже. Свет подключился, дверь закрылась. Дверь закрылась, да. Ёб твою мать. А, нет. Справа, а выход. Это... Справа, выход. Справа, вон. А что это было такое? Это не прогрузка знаю. Такая была? Надеюсь, что да. Как будто дверь закрыл. Да, а я тоже так быстро видел. Идете? На shift. На shift нажимай. Ну, я нажал на shift. Я жми, зажимаешь и идешь. Ну, мы просто спортсмены. Так. Как его звали-то? Кристофер, да? Кристофер Мартин. Ну вот я, кстати, вызывал его, да. Так, и что ну это? Что? Кто это у нас? Дух. Выставили? Да. Должен быть дух, но он тогда что-то бы графку разговаривал. Но датчик не работал. Если бы работал, был бы ревенант. Поэтому дух 100%. И на ревенанте у нас бы рассудок быстро бы упал, поэтому это дух. Ну да. Ну, я... по моей логике. Это ревенант был. Шо? Чего? What the fuck? Ревенант? А датчик у нас не пищал же, вот этот пи-пи-пи-пи, который... Пищал он. Вы-то ушли из кабинета, он пищал. Ёб твою мать, что ж ты об этом раньше-то не сказал? Я же говорю, я же еще такой стоял там до... Ну, уже после этого, когда все произошло недавно. Когда пошел выход искать. Говорю, датчик не пищал, говорю, значит, это дух. Ну ладно, с ракеты все равно заработал. Ладно, блин. Ну что, наверное, закончим серию. Да, надо.
Надо сервер закончить. Пошел в друг друге. О, что, баскетбол? Я тебе уже один гол забил. Ну, собственно, вот такая была интересная игрушечка под названием Фазмофобия. Вот. Кому игрушка понравилась, пишите комментарии, ставьте лайки. Не забываем подписываться на канал, кто еще не подписался. С вами был Легенда. Джек. Геймстрим. Он просто увлекся игрой в баскетбол. И Битвин. Да, все, пишите комментарии, советы по поводу прохождения игры, ребятки. Колокольчики не забываем нажимать, чтобы не пропускать новые видосы. Также, конечно, лайк по-хорошему бы с вас. За такие кирпичи строения. Мы бы вот с таким множеством кирпичей могли бы еще новую школу построить. Поэтому вот. Так что всем всего доброго. Всем пока-пока. Ой, блядь. Пит, финт. Ну чё ты там? Готов. Что так долго? Долго. О, о. Призрак Ричард Миллер у нас. Смотри-ка. Зажечь благовоние возле призрака надо. Вот не зря купил, кстати. О, теперь фонарик. Вот я беру один фонарик. Вот это беру. И вот это беру. Вон штатик. Бери камеру со штатиком. А чё камера одна у нас? Макает, ты чё камеру ещё одну не добавил? Ай, макает. Камеру вот он не добавил. Добавить. А чё у нас видеокамера одна? Ты чё не купил? В смысле не купил? В смысле, ну в прямом, и видеокамера одна из шести у нас. Ты ее не купил? О, теперь две, во. Все. Все, выбор задания. О, задания новые появились, отлично. О, здесь мы еще не были. Это задание опасно, поэтому будьте предельно осторожны. Я готов. Поехал. О. О, что-то небольшой какой-то домик. Хоть и двухэтажный. Парам-пам. Что тут в газетах пишут? Strange glowing lights. White lady. Что-то там чеф. Strange affair at a lighthouse. Three keepers disappear. О, Маргарет Вилсон. Смотри-ка, у нас тут вся семья Вилсонов собралась. Угу. О, останови призрака при помощи распятия. У тебя есть распятие, да? И сфотографировать призрака надо. Короче, я беру термометр. Я беру один фонарик. А где у нас видеокамера еще одна? У меня. Ты взял ее? Да. Ага. Отлично. Я беру вот эту штуку еще. Все. Я взял три прибора себе. О, штатик упал. Сзади. А, его только в руках носить. А, ну да. Тебе надо на него камеру сейчас поставить. Ты можешь на него камеру поставить и его с камерой выносить. Все, бери штатик.
Ну, убери что-нибудь помимо штатика еще. Сразу. Набирай там себе. Распятие. Благовоние можешь не брать, оно нам не нужно будет. Распятие нужно. Можешь взять фонарик, вот еще один. Ну все, у меня вот только штатик влезет сейчас. Еще ты три можешь брать девайса. Тебе еще фонарик можно взять. Вот штатик, камера одна, камера вторая и распятие. А, все, все, давай бери штатик, погнали. Так, я ключ возьму. Со штатиком лазит там. Так, ну чё? Я ещё термометром замеряю всё. Ты со штатиком ходишь со мной, в принципе. Так, надо свет включать везде. Мощный свет. О. 14 градусов. Слушай-ка. Ты даже, в принципе, чтобы с камерой не возиться, можешь ее где-нибудь здесь пока просто поставить, чтобы если что, за ней вернуться. Да, сейчас пока эту комнату... Сейчас пока эту комнату найдем, 5 лет пройдет. Где вот тут выключатель? Так, нормально. Тут температура пока нормик. Давай, я сюда зайду, померю. Все нормально, коронавируса нету. Что тут дверь открываем? Что там? Не открывается. Ага, тут еще второй этаж есть. Во, дверь. Так, гараж тут есть щитком. О, давай в гараже померю. Угу. Так, слушай, не, в гараже нормально температурка, ничего такого особенного. Мне кажется, либо в подвале, либо на втором этаже что-то есть. О, пойдем в подвал. Го. Выключатели вот где вот тут. Свет включить. Давай я посвечу. Где выключатель? О, вот он. Вырубай. О, что, не включает? Свет вырубила. Мы кейт. Свет вырубила. Я понял. Фортепиано открылось. Угу. А, да? Оно было открыто. А, все, оно было открыто. Гоню. Свет включился. Угу. Слушай, внизу все нормально. Нету минусовой температуры. Наверх и дорогу надо. Ой, дорогу надо найти лестницу. Светило, без фонаря ориентируюсь. Так, наверх. Вот, иди сюда, на выход. Ага, иду, иду. Сейчас бы еще выход найти. А-а-а. Ага, вот, всё, вижу. Вот, вот сюда, наверх. Все, пойдем, наверху по-любому. Прям где-то наверху. Давай по всем комнатам. О, вот так пойдем. Свет выключили. Да, тут ключ лежит. Подбирай на Е. Угу. Я подобрал. Так, там в комнате все нормально. У нас 5 минут есть, не очкуй. В смысле, она у нас не будет трогать 5 минут. Нам надо поэтому по фастику сейчас определить место, по, место обитания призрак. О, слушай, 8 градусов. Очень маленькая температура. 6. Вот прям здесь, скорее, либо здесь будет, либо сейчас, если минусовую где-нибудь найдем. Здесь нормально. Не, в ванне, скорее всего, на втором этаже. Да, вот здесь. Здесь самая маленькая температура. Я голосую, что здесь где-то. Надо поагрить. О. Так, сейчас посвечу. Включить свет-то надо. Ага, свет-то не работает. Я могу сбегать, включить. Да не, не надо, не это. Блять, я хочу. Да мыкает, что ты так кидаешь криво? Нет.
там мыкает. Там мыкает. О! Пикает. Ванне. Ванне, у меня пикает. Да, ванне. Я положил. Неси тут штатик, оставь здесь камеру, прям в ванне где-нибудь, на штатике. Давай, пока активность не то, я тебе посвечу. Куда-нибудь в угол, да, вот сюда ставь. Так, пока перестал, это хорошо. Так, у меня все девайсы закончились, я сейчас за ультрафиолетом пойду. А ты разверни только как-нибудь. Блядь, дверь это открывается. Что, не разобрался, как крутить? Он вообще не крутит. Это надо поставить штатив сначала. Не, я видео так крутили. Блин, он ходит где-то тут. Да мыкает. Штатик не ставится. А, ну-ка, дай мне, я попробую. Штатик точно ставится. Так, а как ты брал камеру со штатиком? А, во, в руки. Так. Только включить не забыть. Так, а на какую кнопку включать? На правую кнопку мыши. Надо, короче, поставить штатив, снять оттуда камеру, включить ее и поставить. Это только так работает, походу. Во. Включил. Чё, во? А камера-то как стоит? Я не вижу. Да тихо, тихо. Ванну снимает окно. Ставь ее, давай, разбирайся, давай. Нам надо разобраться. Там двери открываются сами. Посвети. А о, посвети, я не вижу ничего. Я свечу же. Нихера не видно. Во, назад отойди чуть-чуть. Еще. Куда? Тут некуда. Во-во-во-во-во-во-во-во. Не-не-не-не. Во-во-во. Ага. О, ты как-то штатик поставил, камеру нельзя вращать на нем. Надо со штатиком разобраться. Вот мы вообще профессионалы. Не умеем со штативом обращаться. Видел, как это со стороны выглядит. Нас сейчас убьют, пока мы тут спим. Со штатиками разбираемся. Я уже забыл, как зовут там кого-то. Она реально не крутится. Надо, короче. Бери, короче, штатик, пойдем в машину, разберемся, принесем. О, я штатик теперь взять. А ты камеру поставь на него, а потом его с камеры возьми. Руки выбери пустые. И бери штатик. Все, пошли отсюда. Ой, блядь, это пиздец. Штатики вот эти. Там активность была уже, смотри, там двери открывались. А и сидят со штативом разбирают. Разбирайся здесь, тренируйся, ставить его. Я пока подумаю, чем взять мне. А, так. У меня... А, я этот датчик еще с собой забрал, нубский. Я возьму... Что там блямкает? Алло? Не знаю. Что там дискорда блямкает? О, камера не крутится на штативе, мыкает. В настройках посмотреть. Параметры. А, офигенные параметры. Вообще отличный параметр. А штатик сам крутится без камеры? Нет. Ну-ка, в смысле нет? Да, я попробую. Ну-ка. А
Как его ставить-то? Сука. А как он ставится, ну чё? Так вот именно он не ставится. Просто другой предмет выбираешь, он сам ставит. А, на Г берешь его. А, ну надо становиться. А, я понял как, смотри. Вот я сейчас вот так поставлю его, камера будет смотреть туда, вот прямо на тебя. И ты камеру ставишь, типа. Ну да. Типа только так, короче. Ну да, я же говорю, она не крутится. Это надо сразу ставить, ставить так. Да, да, да. Так это еще легче тогда. Так поставь все, вот тебе и камера. Дубство. Бери, давай. Так, че я блокнот возьму? Потом ты остаешься там разговаривать с ним. Ты в курсе, да? Да ладно. Так, пойдем, тебе там свечу. Слушай, ну минусовой температуры у нас нету. О, датчик пикает. О, датчик офигенно пикает. Пятый уровень датчика. Так, Руся, у тебя есть фонарик? Нет. На, возьми фонарик, посвети мне, я блокнот поставлю. Давай. Или поставь камеру еще одну где-нибудь здесь. Ты включил ту камеру на штатике? Да, включил. Ставь еще одну где-нибудь в коридоре, там поставь вообще ее. Пусть на дверь смотрит, вот здесь на комод поставь, пусть на дверь прям смотрит. Готово. Ага, все, красавчик. Теперь бери фонарь пока. Свети мне вот сюда. На комодик. Ага, я поставил туда блокнот. Теперь давай мне фонарик. А, у нас один, да, фонарик? А там вагончики, по-моему, есть еще. А, пойдем тогда, я возьму фонарик, чтобы у каждого был фонарелло. На фонарь. Блядь, второй. Свети. На. Давай я тебе принесу сейчас второй. Да я сам сбегаю. А, ну давай. Так, ну тут пока все спокойненько. Посмотри, как зовут еще призрака. Я забыл. И камеры почекай, нету ли огонечка. Маргарет Вилсон. Ага, а что там по камерам? Посмотри. О, пикает. Ты сейчас сказал, она же запикала. О, фонарик мигает. О, о, она возле тебя серпом, она ушла от тебя. Она ходит, я слышу. Все, мы ее засняли. В смысле засняли? Я боюсь. Че боялся? Иди ко мне. Иди ко мне. Она тут ходит. Почему я опять один в комнате? У тебя 40. Ты ее сфотографировал? Я ее на видео. А, ты видел видео? Да. О. Огонечка не было никакого? Нет, она просто серпом вышла с твоей комнаты и все. Все, иди сюда, она ушла, все, активность. Иди сюда. Заходи в комнату. Короче, будешь говорить, чтобы она в блокнотик написала. Рация у тебя есть с собой, не взял? О. Я принесу рацию. Ладно, давай. Блять, иди давай, там разговаривай пока с ней. Пусть блокнотик пока что-нибудь напишет. Поговори с ней. Маргарет Вилсон. Маргарет Вилсон, напиши в блокнот. Маргарет Вилсон, дай знак. О, она возле меня. Она рядом с тобой. Она рядом с тобой был, ты за ней прям был, она, пошел. Она все, она чё? Ушла. Да. В блокноте ничего не написала? Да на... Ёб твою мать. Она к тебе идет. Ты че фонарик выкинул? Я успел. Она тебя убила? Да, я... Блять, что делать? А что делать-то? Этот призрак убивает, когда люди находятся по одному, в одиночке. Ага. Это мне ни о чем не говорит. Смотри, нету этих, как там, в окноте записей, не минусовая температура.
датчик пятого уровня. Сейчас я, кстати, тут улики, да, расставлю. Датчик пятого уровня. Отпечатки, может быть. Ты говоришь, нету у нас этого огонечка. Да, нет. Значит, это, скорее всего, она в радиоприемник будет со мной говорить. И отпечатки пальцев. А кто это у нас? Таких вообще нету призраков. А если призрачный огонечек, то джин. А записи в блокноте Онни. Короче, это джин или Онни? Онни. Особо они более активны в присутствии людей и могут перемещаться, перемещать предметы с высокой скоростью. О, а она дверьми открывала двери. Вроде бы. Ага. Но она в блокнот ничего не пишет. Джин. В отсутствие электричества джин не может использовать свои умения. Так, блин, электричества не было, и она... Это Онни, по-любому. Вот я прям, смотри, вот прям вот так берешь. Говоришь, что это Онни. Уезжаешь. И... Это ревенант был, мыкает. Но мне 10 баксов дали за что-то и опыта дали. А, смотри еще какой, какая фишка тут в игре есть. Ты все девайсы, которые купил, да? Если они у тебя были в руках там, или, ну, когда тебя призрак убивает, то они исчезают, тебе заново надо будет покупать. Я в курсе уже, да. Ага. Так, у меня есть 25 баксов, конечно. Главное, камера и штатив у нас стояли. Да, кстати, у тебя, да. А что у тебя в руках? У тебя-то, да ты даже фонарик выкинул. Я видел. Ты там от испуга там все повыкидывал. Да не, не испугался, я просто фонариком был. У меня больше ничего не было. Только фонарик. И все. Так. Не забудь добавить там все. Че он? 25, что нам нужно еще? У меня ничего нет, да. Солька, благовоние, штатик. Могу штатик еще один купить. Ну давай. Все, два штатика у нас будет. Я могу сольку взять. Да не, пока не траться ни на что, ну, сейчас окей. Посмотрю задание. Надо что-нибудь такое нормальное уже потом покупать. Термометр нужен. О, термометр. Вот тут мы еще. О, с чердаком дом какой-то. Это интересно. Так, ты добави, только не забудь там все свои девайсы. А то, смотрю, там благовоний нету там. Слышишь, да, чё? Да-да-да. Ну шо, поехали тогда, чё? Ну ты добавил, ты благовония добавь-то все вот эти вот. У меня их нету. А, значит, они потерялись все-таки. Значит, все, что у меня было, неважно, в руках, да. В руках, оно, сука, все пропадает. Ну штатик-то остался один. Батя. А, видеокамеру что, не добавляется, да, еще? Не, у меня все по нулям стоит. Пизда, а зачем я штатив купил второй? Ну, на будущее, наверное. Ладно, чё. Могу взять. Начинаю. Да потом, ну, ладно, уже. Главное, мы научились в штатике камеру ставить. А то это вот мы просто сидим там в толкане. Со штатика там, слышу, двери открываются, датчик пикает, а нам пофигу штатик. Штатика там с бубном прыгаем. Сука. Чё, крипово было? Нет. Неприятно, когда руки появились. Смотрю, он с серпом, короче, такая полулысая на тебя идет. Ну, прикольно. Да. Не страшно, но интересно. Вот еще пару человек и вообще будет нормально.
Да, будет вообще топчик. Можно большие карты там. На большие карты идти. О, тут, короче, есть чердак, есть первый этаж. И все. Кстати, на первом этаже, на подъеме на чердак, как раз стоит щиток. Так, я термик беру. Беру датчик, пи-пи-пи, который, беру фонарь. Два штатика, камера одна. Окей. Ты возьми фонарь с собой. Камеру со шта... И возьми блокнот еще на всякий случай. Пригодится. А, ясно. На... Ты, нет, ты сперва штатик поставь. А ты на штате камеру сразу поставь. Да ёб твою... Все, погнали. Так, как зовут-то? Сейчас посмотрю. Дэниел Мур. О, опять этот дом криповый мыкает. Ты куда? Нам не сюда. Я пока погуляю. Окрестности посмотрю. Тур или тут? Где-то зайти еще можно. Тут дом есть. Так, тут температура нормальная. Просто тут ничего не видно, мыкает. Где тут свет-то врубается? Зажигал? Да. А, фу. Свет имеешь в виду включал? Нет, именно лампу на столе. Нет. По сути? Да. Ну, я просто захожу в комнату, и тут лампа загорается на столе. Не, точнее. О, привет. Вот это вот. Нет, тут, нет, тут активности нету. На втором этаже, скорее всего. Ну да, в туалете. В туалете портрет. Нормально. В туалете? Да уж. Так, нам надо по фастику. На второй этаж. Что, в толкан тут, да? Да, там. Так, в толкане ничего, все нормально. Температура была где-то маленькая. Что-то 9 градусов аж. Так я на второй этаж. Тут все чисто. Йога. Есть третий этаж. Это чердак. Пердак. Но он и есть третий этаж. Ты слышал сейчас? Нет. А что было? Кто-то скулил. Или плакал кто-то. А не. О, о, свет выключился. Он здесь. Он здесь. Надо вниз спускаться, свет включать.
Я понял. Я смотрю, никого нету. Тут нормальная температура и датчик не пищит. Включишь свет, включишь, да? Да, да, да. Такая ванна криповая здесь. Да ладно. Унитаз грязный. Тут, кстати, еще можно включить воду, и бывает темная вода льется. Не, водичка нормальная течет. Хорошая. Тепленькая. Не знаю. Я не трогал. Свет включился. Да тот включил свет. Ой, здесь радио. Я знаю. Плохая идея. Что-то пардит. Что-то не здесь, что-то на чердаке такое впечатление. Мы здесь все комнаты уже смотрели. Нет. Вот это. Давай вот эту еще. Нет, тут что-то нету ничего. Пойдем на чердак прогуляемся. Пойдем. На чердаковском. О, свет моргает. Не, что-то, слушай, что-то на чердаке тоже все ровненько. Так, слушай, но минусовой температуры вообще нигде нету. Значит, минусовая температура отпадает. Да. Так, я тогда по датчику ищу, поэтому. И МП. Так, здесь ничего нету. Пойдем вниз. Так, что-то я чувствую, сейчас будет жопа какая-то. Смотря какая. Ни разу не было. Так, тут тоже чисто. Пойдем дальше. Вода течет? Так, это мы здесь были. Так, туда. Там мы были. Вот сюда. Тоже чисто. Странно. Что-то вообще прям ничего такого подозрительного. Где-то ж по-любому что-то должно быть. Свет вырубился. Да, опять вот сюда, вот в эту комнату заходишь, и здесь свет всегда вырубается. Так, я датчик включил. Включил. Ты что, свет пошел включать? Да. Мыкает. Слышу, двери открывают. Так, что-то как-то это... Подозрительненько. Что вообще, прикинь, ничего, ни датчик, ни минусовой температуры нету. Вообще что-то как-то... То ли мы какие-то невнимательные, то ли что. Тут еще комнат много, давай первый этаж с датчиком весь обойдем. А, вот еще дверь какая-то, мы тут не были. А, это выход? Еще один. Да, тут три выхода я.
А как зовут-то, я забыл? Этот, Мур. Да, это понятно. Дэниел Мур? Да. Дэниел или Дэнни? Он здесь, я его увидел! Он такой тень, в курсе, как Джейсон. Он как Джейсон, там тень как Джейсон появилась, я чуть не обосрался. Ты меня напугал. Вон там, он в комнате был, вот дверь. Вон там, я его прям видел. Я только сказал его имя, и он, короче, появился. Где он? Вот здесь прям стоял посреди комнаты. Вон. Вот где картина, вот прям напротив, вот здесь. Блять, он вот здесь стоял. Нет. О, мыкает. Ты слышал? Да. Мыкает. Тут температура. Он в этой комнате. Он прям где мы находимся. Тут 3 градуса температура. Мы к нему в логово зашли. Возьми вот этот датчик. Я его возьму сам. Пойдем. Он здесь. Вот это его комната. Ты где? Ставь здесь штатик где-нибудь. Сука, вот это еще. Мыкает. Что ты там себе его в одно место ставишь? Да ты прям вот так его ставь наискосочек, чтобы было видно и вот эти датчики, все, и дверь. Во, вот так хорошо, хорошо, пусть так стоит. Пойдем теперь передохнем и возьмем другие девайсы. Так, мы на каком этаже? Мы на каком этаже? Пойдем отсюда. Пойдем, выйдем. О, свет включил. Меня прям в ухо. Да? Мы... А мне вот так было. Пойдем. А у тебя блокнот был, да? Да. Иди его там оставь. Ладно, пойдем, пойдем проверим рассудок наш, потом все равно вернемся туда. Сейчас рацию возьмем, тогда благовоние там что-нибудь там такое распятие. Блять, тебе... Что? Генератор выключен опять. О, а свет горит. За баги. Нет, это не генератор. Это что? Обогреватель. А, пойдем. Еще это радио повключали, мне мыкает. Сбивает с толку там. Короче, я знаю, как он теперь выглядит. На Джейсона, да, похоже? Да, он прям в курсе такой, он как тень, чисто тень, он весь черный такой, в курсе 2D-шный, как будто тень. Он посредине комнаты такой встал, и потом вот так сделал, и убежал. Ну, я убежал. А мы дверь же закрывали в комнату? Там свет моргает в комнате, и дверь открыта. Свет мигает, это ты? Датчик, это ты, свет мигает. Шаги. Активность есть. Слушай, у тебя рассудок маленький, как у меня. У нас с тобой рассудок вообще маленький. Это, короче, кто-то, кто рассудок очень сильно садит. Активность спала. Знаешь, как его зовут? Дэниел Мур. О, опять там мигает все. Я только свет включу, он выключит. Ух ты, ёб твою мать. Он меня закрыл. Да? Я иду, иду, иду. У меня фонарик вырубился, прикинь, тоже. Пизда. Бегу, бегу. Пизда, где? О, он. Открывай еще дверь. Открывай дверь. Я дверь открыл, открыл, открыл. Открыл дверь входную. Пизда. Убил? Короче, в комнату затолкнул и дверь закрыл. Короче, нельзя одних оставлять нас. Да.
О, я его топор тут увидел. Так, вот, ну что мы имеем? Мы вообще ничего не имеем. Датчик там красный горел, да, красный лампочки. Сейчас мне найти бы это все. Где мы на чердаке оставляли? Нет. На втором этаже где-то. О, кресло-качалка двигается. Сейчас я найду. Там какая-то маленькая комната была. Так, что фантом делает? Так, уровень рассудка снижает. Это фантом. Это призрак, способный вселяться в живых людей, обычно появляется в результате неосторожного использования доски Уиджи. Он вселяет страх во всех находящихся рядом. Слабые стороны. Понятно. Улики, призрачный огонек и температура ниже нуля. Нет, это не фантом. Температура там не ниже нуля. Угу, может быть дух. Да. Полтергейст, может быть. Не, но он не швыряет предметы. Он просто открывает, но не швыряет. Датчик пятого уровня по-любому-то был. Значит, это джин. А, она тебя убила, когда свет в доме весь был потушен? Нет. Свет горел, да? Да. Но он выключал, может быть, постоянно. Но самое главное... Нет, нет, нет. В холле, где он меня убил, по-моему, был выключен свет. Так, ладно, тогда отсекается. Ревенант, значит. О, кстати, да, преследуя свою жертву, он будет двигаться быстрее. Угу. Плюс он рассудок сильно снижает. Похоже, что-то. А, нет, рассудок не он снижает. Ну, короче, вот на ревенанта у нас рассудок сильно упал. Хотя мы там так долго находились. Либо тень. Тем более мы когда вдвоем были, на нас она не охотилась. Мы только когда поодиночке были, что-то происходило. Это может быть тень. Еще, кстати, вот. Демон. Демон атакует чаще всех остальных видов. При успешном задавании демону вопросов при помощи доски Уиджи ваш уровень рассудка не будет падать. Юрей. Нет, температура ниже нуля у нас точно не было. Ага, вот это может быть он не, потому что мы когда были рядом, она активна была.